Здравствуйте, дорогие пациенты! Сегодня хочу рассказать вам о скрытом кариесе. Очень часто из-за недостаточной гигиены межзубных промежутков возникает скрытый кариес между зубами. Вся сложность в том, что он протекает бессимптомно и никак не беспокоит пациента. Между тем зуб разрушается, и очень часто пациенты приходят, когда уже приходится депульпировать зуб и покрывать его коронкой. Что должно вас насторожить? Если вы ощущаете кратковременную боль от сладкого, если у вас рвется зубная нить при гигиенических мероприятиях, если застревает много пищи между зубами, все это может быть признаком скрытого кариеса. Я рекомендую вам раз в год проходить осмотр у стоматолога, чтобы избежать таких скрытых полостей, вовремя их найти и полечить.